Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина озвучила результаты государственной итоговой аттестации. В этом году 98% выпускников школ и средних образовательных учреждений успешно сдали выпускные экзамены и получили аттестаты о среднем образовании. 2%, а если говорить более конкретно, 85 человек смогут еще раз проверить свои знания в начале следующего учебного года. А высшие 100-бальные оценки за свои труды получил 31 выпускник. Экзамен сдавался на территории Рязанской области по 13 предметам. А наиболее массовые экзамены – это обязательные русский язык и математика. Они обязательны для всех выпускников общеобразовательных учреждений для получения аттестата. При этом для получения аттестата необходимо преодолеть минимальный порог, установленный Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования. По русскому языку такой порог определялся 24 баллами, по математике 27 баллами при сдаче экзамена на профильном уровне. С 25 мая по 26 июня единый государственный экзамен проводился для 5021 человека, в том числе для 4836 выпускников 11 классов. За все это время было зафиксировано всего одно нарушение в одном из районов области. Молодой человек попытался пронести смартфон на экзамен. За это он поплатился, результаты его работы были аннулированы. Нужно отметить, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году в целом по области лучше, чем собственные результаты прошлого года и лучше, чем в целом результаты по России. Средний балл по базовому уровню математики у нас составил 4, оценивается по 5-бальной шкале базовая математика, что соответствует уровню общероссийскому. Значит, по профильной математике средний балл составил 44 балла по 100-бальной шкале, что несколько ниже, чем среднероссийский результат. В скором времени Министерство образования планирует полностью убрать из единых госэкзаменов тесты, чтобы ученики не ленились, не надеялись на авось, а как следует готовились к аттестационному периоду.